Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. В России побит исторический рекорд по выдаче ипотеки. В августе этого года жители страны взяли 94,5 тысячи кредитов на общую сумму 174 миллиарда рублей. Такого, по подсчетам специалистов, не было с появления в России ипотечного кредитования. Предыдущий рекорд, отмечу, был зафиксирован в 2014 году. За этот год выдали 1 миллион кредитов на сумму 1 триллион 770 миллионов рублей. В этом году общее число ипотечных займов уже достигло 600 тысяч, их общая сумма – 1 триллион 100 миллионов рублей. Специалисты уверены, что рекорд 2014-го в этом году будет побит. Если в начале второго квартала темпы роста ипотечного рынка составляли около 20%, то к концу третьего достигли уже 40%. Связывают это с тенденцией снижения ставки по ипотечным кредитам. Напомню, в этом году был также побит исторический рекорд и по средневзвешенной ипотечной ставке. Сейчас она составляет 10,58%. Такой низкой ставка в России не была никогда. Дайджест недвижимости. Оживление строительного рынка в регионе власти ждут только к 2020 году. Сейчас, по словам исполняющей обязанности министра эконом-развития Натальи Кряжевой, строительство – одна из немногих сфер в экономике региона, показывающая спад. По данным Кировстата, падение объемов строительства жилья в Кирове началось с 2015 года. Тогда в регионе ввели рекордные 727 тысяч квадратных метров. До этого такой показатель был только 26 лет назад. В 2016 году объемы строительства упали на 9%. За 8 месяцев этого года, по словам Кряжевой, на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом такая ситуация, как отмечает чиновница, во всех регионах ПФО. Дайджест недвижимости. За однокомнатную квартиру в Кирове просят в среднем 1,5 миллиона. Такие данные по вторичному рынку недвижимости приводит портал Эрик Киров. При этом средняя площадь однушки составит 34,5 квадратных метра, а цена за один квадрат – 42 тысячи рублей. Отмечу, это самая низкая цена за квадратный метр среди всех остальных вариантов жилья. Квадрат в квартире-студии обойдется на 700 рублей дороже. Сама же такая квартира в среднем по Кирову стоит 1 миллион 190 тысяч. Рублей. Такая же цена за квадратный метр и в двушке. А средняя ее цена – 2 миллиона 370 тысяч. Трехкомнатные квартиры в Кирове в среднем стоят 3,5 миллиона, а четырехкомнатные – больше 5. При этом цена за квадратный метр в них также выше, чем в квартирах небольшой площади. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.